Приветствую всех, с вами Борис Маркелов. Вопрос, что делать в такой ситуации, когда вот сейчас все, типа кризис. Но в каждой ситуации нужно искать свои плюсы. Смотрите, с рынка России сейчас уходят иностранные компании. Плохо это или хорошо? Конечно же, хорошо. Почему хорошо? Это хорошо для России. Это хорошо абсолютно для всех. И когда-то был запущен статус 7.0. Произошло это около полутора лет назад. Это сообщество людей, которые пришли изменить этот мир. То есть найти самореализацию, найти самого себя. Да, это организовано на Telegram-боте. Да, это организовывалось как небольшое сообщество, где люди друг другу дарят подарки. Да, подарки заходят и дарят подарки. На данный момент, даже если по курсу доллара, это сущие копейки. Вот сущие копейки, если сюда зайти и сделать свой первый шаг. В чем плюс статус 7.0? У него есть идеология, и в этой идеологии заложено, что именно на этой платформе будут открываться предприятия с белыми кассами, с белыми бухгалтериями, с достойными зарплатами для всех, кто будет в этом сообществе. То есть это сообщество друзей, которые позиционирует себя именно как бизнесмены. Открыть бизнес на данный момент не составляет какую-то проблему, но есть один огромный плюс. Если у вас сейчас на данный момент мало денег, вы здесь можете организовать свой бизнес, зайдя на определенные статусы, дойдя до определенного там момента, где вы сможете уже подать свой бизнес-план и уже с какой-то минимальной суммой начать это все организовывать. С минимальной суммой. А участники сообщества, которые не захотят открывать свой бизнес, они вам в этом помогут. Вот в этом и заключается идеология статус 7.0. А потом мы уже впоследствии, если ваш бизнес выстрелит, и если ваш бизнес будет идти вверх, а он будет идти вверх, потому что сообщество достаточно большое и сообщество сильное. И это сообщество помогает всем реализоваться. И простому человеку, и студенту, и пенсионеру, и предпринимателю, и частному предпринимателю, всем. Кто хочет открыть бизнес, у кого есть уже бизнес, у кого сейчас бизнес загибается. Именно сейчас, вот в этот момент, вот сегодня, 8 марта 2022 года, именно сейчас вы можете подумать, а что я буду делать дальше? А как я буду дальше жить? Что мне делать? Что вообще происходит? Ребята, статус 7.0 – это платформа именно для вас. На данный момент, когда закрываются Макдональдсы, когда закрываются KFC и всякие остальные импортные столовки, которые не несли ничего полезного, именно сейчас вы можете сделать так, что вы будете развивать свой бизнес. Именно сейчас, когда закрываются магазины импортной одежды, вы можете в статус 7.0 организовать свой бизнес и начать развиваться. Именно для этого статус 7.0 пришел в интернет. Именно для этого статус 7.0 развивался все эти года и месяцы. А я вам еще раз напомню, это было полтора года назад. Сейчас, когда интернет-проекты не знают, что делать, они делают опять какие-то кассы взаимопомощи, где один человек получает, остальные только вкладывают. Именно сейчас вы можете в статус 7.0 начать развиваться с минимальных денег. С минимальных. У всех, практически у всех сейчас есть мессенджер Telegram. Многие перешли, потому что я даже по знакомым своим вижу, которые начали устанавливать мессенджер Telegram. Именно сейчас вы можете изменить свою жизнь. Не ныть, не стонать, а просто сегодня, сейчас перейти по ссылке, зарегистрироваться,
активироваться и начать жить как нормальный человек, развиваться именно в области предпринимательства, в направлении развития Российской Федерации и получать удовольствие, и при этом все остальные ваши друзья и знакомые скажут вам огромное спасибо и пойдут за вами. А теперь вопрос только к вам. Ты готов перестать ныть? Ты готов начать развиваться? Тогда я тебя жду в команде. Всем привет!